Амнистированы проектировщики и строители Бесабы. Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении ряда строителей, частных проектировщиков, геологов и должностных лиц подрядных организаций, принимавших участие в проектировании и строительстве рухнувшей новостройки жилого комплекса Бесаба. Избежать наказания им удалось благодаря амнистии. Такую информацию сегодня распространил информационный портал «Интерфакс Казахстан». Как сообщает агентство, лица, принимавшие участие в проектировании и строительстве жилого комплекса, признали свою вину в допущенном обрушении новостройки, а именно блок секции номер 7, а также в том, что все 5 домов жилого комплекса Бесаба построены с нарушением требований строительных норм и правил, зачитала постановление следователя судья Игембердиева. Кроме того, «Интерфакс» сообщает, что амнистия применяется в отношении тех, кто признал свою вину в преступлении, а также в случае, если статья Уголовного кодекса не является тяжкой. В данном случае совершенное преступление не признано тяжким, поскольку жертв и пострадавших в результате обрушения новостройки не было.